Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я туда сама, и у меня получается... В общем, когда я стала на кассе пробивать, провела карточку, мне продавец, ну, кассир, да, сказала, что у меня там накопились какие-то баллы, и я могу на один чек списать 100 рублей. И, короче, мне списали на апельсины, на киви и на такое. То есть у меня получается 4 или 5 чеков всего будет. Ну, в общем, в конце видео вы увидите. В общем, вы поняли, какие-то баллы там мне списали, за что огромное спасибо за такую внимательность и вежливость кассира. Вот. Ну и давайте уже покажу саму закупку. Так, давайте я вам сейчас быстренько покажу и уберу в морозилку, потом все остальное. Купила, а то я ездила пока с этими продуктами в машине, немножко они подразморозились у меня. Купила вот такие вареники с картофелью и зеленью. Сибирская коллекция, постное меню. Попробовать. Дальше наггетсы, две упаковки. Вот такие хинкали, 4 сыра, которые нам очень нравятся. Они очень вкусные. Вот такие еще хинкали мужу. Вот такие какие-то, царское подворье. Он меня любит хинкали. И обычные пельмешки сибирская коллекция телячьи. Это запасы в морозилку. Я сейчас уберу и дальше продолжу. Так, ну и давайте, убрала я все, что может разморозиться. Вот мои проверяльщики, еще один. Вот еще один. И даже вон там у меня это, я сейчас разгребала пакеты. Это Гунечка, моя кошка. Она, наверное, впервые в данном видео. Вот, ей будет 17 лет в этом году. Вот, лежит тут. Тоже решила проверить, что я принесла. Вот такая закупка у меня получилась. И давайте начнем отсюда. Здесь, как всегда, корма для животных. Накупила разные пакеты собакам, котам. И вот такие еще баночки от Брит. Я как-то их покупала одно время. Я вообще сухой корм Брит тоже покупала Бонни. Ей нравилось. Вот решила взять 3 штучки. Вот такие большие. А, еще вот станки одноразовые. Вот такие лентовские. Кстати, они очень даже неплохие. Ну и давайте, как обычно, да? У меня вообще покупки, мне кажется, всегда практически одинаковые. Яйца отборные. Дальше купила здесь 1,5 килограмма фарша. Ну, поделюсь с девчонками, естественно. Куда без этого. Вот фарш домашний. Сливушки. Сосиски. Тоже, как обычно, все. Так, Бона, ты мешаешь. Там лежит. Вот такую колбаску папа может вареную. Сыр. Кстати, впервые увидела вот в такой упаковке лентовский. Не знаю, решила взять попробовать. И еще вот такой нам с мужем очень нравится. Сыр с томатом и базиликом. Вот этот вкусный, я не первый раз его беру. Он действительно вкусный. Вон тут что у меня происходит. Тут у меня кипиш на заднем плане. Кот поймал хвост. Все, началось. В общем, вкусный вот этот сыр. Видите, он какой. Прям очень. Джуси, перестань. Все, будешь шуметь мне. Вот, и давайте сразу соусы покажу. Томатный вот такой кетчуп, махеев сметанный майонез, очень мне нравится, именно сметанный майонез, ну, марки разные, ряба тоже есть, неплохие. Купила еще 2 вот таких соуса, вообще вот эта марка, мне все время муж говорит, что она очень хорошая, сенсой, да, наверное, правильно. Вот такой соус терияки для маринования, и еще вот такой вот соус, какой-то унаги японский, хочу попробовать. Должно быть очень вкусно, да? Выглядит очень аппетитно. Вот, также купила вот этот хренодер, главпродукт. Очень нравится, он реально очень вкусный, в меру остренький. Прям вообще супер, нам очень нравится. И вот такие вот соусы, тоже впервые увидела, решили попробовать. Решила я, да, попробовать. Сырный вот такой. И здесь у меня какой-то сливочно-чесночный. Вот такой вот. Это Джуси у меня там чихает. Вот. Дальше. Сыр плавленный. И здесь у меня вот этот, моя любимая имитированная икра от Балтийского берега. Пробовала я разные другие. Все-таки Балтийский берег вкуснее всего. Салат из морской капусты. Ну и здесь молочка. Купила творог. Вот такой. Сырники у меня хотят мои мужчины. Заказали сырники.
купила творог. Ну, вот это, кстати, неплохой лентовский 5%. Мне нравится, его можно даже так вкусно кушать. Я 4 упаковки купила. Масло. Какое было по акции? По акции было вот это Экомилк. Дальше сметана 15%. Здесь у меня куча всяких сырков. В особенности, да, очень вкусные вот эти вот сырки. Вот эти, ой, помялась. Светлогорье, вот эти вкусные очень сырочки. И еще мне очень нравятся вот эти лентовские картошка. Тоже чем вкусно, там еще вкуснотеево. В общем, пакет тут сырков. Так, сметану я сказала. Еще вот эту ряженку, слушайте, всем нам нравится. С клубникой, особенности, вот купила 3 штучки. Прям очень вкусно. Еще увидела вот такие, смотрите. Топленое лакомство. Должно быть, наверное, очень вкусно. Я 2 штучки тоже на пробу. Здесь иммунельки. И вот такие питьевые йогурт Эпика. С манго. И здесь тоже манго. И здесь маракуя. Мангостин какой-то. Вот, сливки. Беру какие на акции. Вот такие были, домик в деревне. И еще достаточно часто я покупаю. Я не скажу, что мне супер нравится кефирный коктейль с клубникой. Но вот покупаю. Все равно, получается, постоянно покупаю. Ну, не то, что постоянно, но где-то вижу, обязательно куплю. Не всегда допиваю до конца. Но вот сейчас вот пока ездила там в машине, выпила полбутылки, получается. Вообще кошмар. Дальше здесь соки. Вот такой рождественский микс. Все еще продается, решила взять. Здесь яблоко, виноград, кола, черноголовка. И вот такие маленькие соки. Это дети у меня с собой в школу берут. Дальше хлеб тостовый. Решила обычный хлеб купить. Что-то нам надоел хлеб из хлебопечки моей. И вот такой заварной лентовский тоже. Вот. Дальше здесь у меня лаваш. Вот такой мини. Ну, для каких-нибудь рулетиков, что-нибудь такое. Сухари вот эти лентовские, очень их люблю. Храню их в морозилке, чтобы они не портились. Вот, и суперские. Лучше их, мне кажется, нет вообще ничего. Дальше, ну, чуть-чуть побаловать мужчин. Чуть-чуть такая упаковка, да, большая. Дальше, орешки и вот такие вот трубочки. Очень люблю. Вот эта марка, кстати, очень хорошая. Вот эта Делис. Да, правильно, так, наверное, называется. Очень хорошая. Были они на акции. Вот такие трубочки с вареной сгущенкой внутри. И вот эти вот орешки. Моим мужчинам тоже очень нравятся, поэтому взяла. Так, здесь у меня еще рис. Вот такой длиннозерный взяла. Также взяла вот это от марки Мистраль. Смесь бобовых для густых и наваристых супов. Действительно, получается, густые, наваристые супчики. Просто объедение. Советую. Вот смесь бобовых. Получается очень вкусно. Тоже для первых блюд в основном все взяла. Вот такой, вот такие вот получаются. Они как ракушки, такие маленькие. И обычная вермишель. Вот такие знатные макарошки. И фрукты, овощи. Купила себе. У меня, кроме меня, никто не ест цветную капусту. Я ее просто отварю и буду хрумкать с огромным удовольствием. Выбрала самый маленький кочешок, и то он получился на 200 кило. Это самый маленький, девочки. Также огурцы и помидоры. Ну, помидоры, огурцы. Вот у меня еще помидорки здесь. Помидоры, огурцы сейчас везде невкусные. Вот сколько я не покупаю, но они действительно пластиковые. Я бы не покупала совсем, но у меня мужчины мои любят салатики всякие, поэтому покупаю. Мой любимый салат, вот этот вот, он хрустящий, очень вкусный. С удовольствием его едим. Ну и фрукты здесь у меня. Я купила один грейпфрут. Потому что я его добавляю в чай. У меня его никто не ест. Я его тоже просто не ем. Я его добавляю, как вот лимон вы обычно добавляете. Также и вот я долечку кладу в чай. Мне очень нравится. Получается такой горьковатый привкус. Также, вот, по-моему, мандарины мне пробили. То есть от 189 минус 100 рублей или что-то такое. Вот такие апельсины. Кстати, муракот. Это сорт написано. Видите, мандарины какие-то. Не знаю. Вот такие апельсины, они прям такие огромные. Решила взять, попробовать. Дальше здесь веточка бананы. Яблоки. Ой, девочки, вот эти яблоки кубанские. Видите, называются багряные. Вот иногда, видите, лента пишет, чьи.
Они такие ароматные. Я пока их там набирала, я вся на слюну изошлась, честное слово. Так пахнут вкусно, прям таким карамельным каким-то. Аромат у них какой-то такой карамельный. Очень вкусный. Ну, попробуем, да? И киви. Здесь у меня просто пакет порвался. Тоже по 97 рублей. Вот киви, по-моему, у меня тоже отдельным чеком пробили. И последнее. Здесь у меня картофель красный. Вот такой по 34, ну, считайте, 35 рублей за килограмм. Взяла немножко. Лук у меня есть, морковь есть, капуста есть. В общем, как всегда я. Вот. Ну и давайте покажу вам чек. Thank you.